в питерских форумах принимает участие целый ряд зарубежных глав, руководителей стран. И в этом году тоже приглашены зарубежные лидеры. Показывает о том, что Российская Федерация, как и прежде, является полноправным участником политических дискуссий по ключевым мировым проблемам. Мы не стараемся и не будем замыкаться, мы все равно являемся членами мировой экономики и продолжим этот тренд, сменив лишь отдельное направление. Там, где закрывается о взаимоотношениях с Российской Федерацией, ничего не поделаешь. Значит, мы будем развивать наши усилия, нашу торговлю, нашу инвестиционную, значит, взаимную активность с другими странами, нашими партнерами. Реагируем на те вызовы, с которыми сталкиваемся.